В гуманитарно-педагогическом колледже выпускникам вручили дипломы. Это уже 12-й выпуск студентов этого учебного заведения. В этом году среднее профессиональное образование получили свыше 200 студентов. Разделить радость ребят, получивших путевку в профессиональную жизнь, пришли представители министерств и ведомств республики. Подробнее Хамза Нурмагомедов. Торжественное мероприятие началось в национальной лезгинке. Далее ведущий программы Султан Трамов предоставил слово почетным гостям. В республике Дагестан много частных образовательных организаций, но колледж, гуманитарно-педагогический колледж, надо сказать, что ведет образовательную политику правильно. Здесь идет образовательный процесс в соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов. Здесь не только обучают детей хорошо, здесь в том числе ведется большая работа по духовно-нравственному воспитанию наших. Муфтияту Республики Дагестан, за что им огромная благодарность, удалось создать университетские комплексы, чего не удалось государственным вузам. Два детских сада, две школы, два колледжа, прекрасный Башларовский колледж, я их тоже люблю и обожаю, два вуза. Вы понимаете, выстроена образовательная параллель, которая не удалось выстроить ни одному государственному вузу Российской Федерации. Выпускникам пожелали успехов на жизненном пути и вручили долгожданные дипломы. Одни из них собираются продолжить обучение в высших учебных заведениях, а другие сразу же трудоустроиться. Этот колледж дал очень многое. Здесь за 4 года я повзрослела. Преподаватели просто прекрасные люди. Всегда готовы поддержать, дать совет, дать знания в конце концов. Здесь прекрасная профессиональная база. Отсюда можно выйти прекрасным специалистом. Хочу поехать в село, там работать учителем начальных классов и поступить дальше в ДГПУ. Тут там уже подобрать факультет, учитель иностранных языков. ГПК является лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших колледжей России». Эксперты считают это учебное заведение одним из самых успешных профессиональных образовательных учреждений Дагестана. И более того, для нас важно, для Дагестана, то, что здесь дает и светское, и религиозное образование. Это почему важно? Потому что мы знаем, какие процессы происходят сегодня в Республике Дагестан. Здесь самая большая мусульманская умма, и мы должны знать свои основы, основы своей религии. И именно вот это то, что в других учебных заведениях недостаточно получает. Именно вот здесь, в нашем колледже, это дает, скажем так, на уровне со светским образованием. Поэтому в этом отношении они тоже востребованы, выпускники гуманитарно-педагогического колледжа. И уверены в том, что они внесут свое, значит, свою лепту и в социально-экономическое развитие Республики Дагестан, и в спокойную общественно-политическую ситуацию, потому что тот, кто знает религию, он никогда не отступится, его никогда невозможно завербовать. Образование студенты этого вуза получают по нескольким востребованным направлениям, которые помогут им найти свое место в жизни и работать во благо общества. Всего профили обучения 6 – информационные системы программирования, экономика и бухгалтерский учет, социальная работа, дошкольное образование, преподавание в начальных классах и дизайн. Выпускается в этом году более 200 выпускников, студентов. Они, большинство из них уже трудоустроены, то есть проходя практику, очень много было приглашений, разные организации, госучреждения, а часть из них уже планируют продолжать учебу в вузах России. Многие уезжают, многие продолжают учебу в Дагестанском гуманитарном институте, в педагогическом университете. Так что мы за своих выпускников спокойны и очень рады за их будущее. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Дулгасанов, телеканал ННТ, Махачкала.